Итак, друзья, всем привет! Сегодня 11 апреля 2022 года. В общем, что? После зимовки нашей семьи некоторые были помарыты, в общем, пчелами. Пчел мы пересадили в чистые ульи. Ну, а ульи сейчас дезинфицируем, скажем вот так вот. Наши ульи, они из ДВП. Многие задавали вопрос, как их вообще дезинфицировать. Паяльная лампа же не будешь обжигать. Это ДВП, который находится внутри. В общем, что мы делаем? Скоблим стамеской. И у нас есть вот такой вот, я не знаю, как правильно называть его. Отпариватель. В общем, он дает горячий пар. Давай, Миша, показывай, как ты пользуешься. Ну вот так вот. Горячим паром проходим все в улье. И где-то, если есть испражнения, они неплохо вот таким образом убираются. В дальнейшем, когда мы их вымоем улья, естественно, ставим сюда на солнышко сушить. А так, друзья, на этом видео заканчиваю. Кому было с нами интересно, ставим лайки, подписываемся. Там внизу оставлю ссылку на мой новый канал Дзен. Всем, друзья, пока и до новых встреч. Всем удачи. Пока-пока.